Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Продолжаем 46 главу «Невидимая брань преподобного Никодима Святогорца» о молитве. Уже третья часть у нас получается этой главы о молитве. «Да будет воля Твоя!» Это вот если совсем коротко и всеобъемлюще о том, что в предыдущих сказано. Да будет воля Твоя, Господи. Это постоянное памятование. Оно хорошо, чтобы оно было постоянным. Оно помогает не разочароваться в молитве, когда она приносит совсем другие результаты, или вообще не приносит результатов, которых Ты желаешь. Да будет воля Твоя, Господи. И вот святитель Игнатий Брянчанинов как-то недавно попалось вот это замечание, что одним только слушанием о молитве и чтением о ней ничего не поймешь. Даже если все запомнишь в голове своей, то реального опыта молитвы ты не получишь. А вот это оставление все на волю Божию очень важно, потому что вот лично могу сказать, что сколько я, скажем так, лет 10, как в церковь, вернулся по Божьему промыслу, по пущению, потому что уже достиг своего дна, своего корыта, как блудный сын, оттолкнулся от этого дна и пошел назад. Большая часть... на этом пути к молитве это опыт падения и ошибок. Но за вот это все-таки стремление, постоянство, не то что постоянства нет, желание и попытки периодически, постоянства нет, к сожалению. Господь вовремя давал нужные подзатыльники, а порой и давал ту радость, которая вот запоминалась именно в сердце, и нечувственную такую радость, а очень спокойную, мирную, когда подтверждает, что все-таки если молиться, то это реально, можно действительно стяжать и благодать, и общаться с Господом. Но вот это только опыт. Опыты со временем, конечно, начинают немножко что-то проясняться. Ну, без труда не вытащишь рыбку из пруда. А рыбка – это символ Христа в этом плане. Ну, трудиться надо и не отчаиваться. Не отчаиваться на этом пути. Да будет воля Твоя, Господи. И тоже опыт приобретения, что вот чувственность очень мешает, самомнение, воображение, но все. Мы же в больном состоянии начинаем лечиться, спасаться. А лечение, главная таблетка – это смирение, отсечение воли своей. Да будет воля Твоя, Господи. Интересный это очень процесс. Четвертая часть вот тут. Надлежит тебе приступать к молитве также украшенным делами, в деяниях достойных, да, чтобы не быть извержен вон с пира, с брачного пира. К молитве также украшенным делами, сообразными с прошением твоим, и после молитвы трудиться наипаче над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели тобою просимой. Это вот если мы еще и просишь в молитве благодати и добродетели, то есть об этом порой и не просишь. Вот как вот, допустим, взять вот это вечернее правило, да, но к нему еще как бы хорошо бы и как-то украсить себя какими-то делами за день. И после нее не рухнуть обратно во все мирское,
перед сном в разговор, может, ну, может, разговор, объедение, информационное объедение. Что вот одно только это покупался, полежал, полежал в луже мерзких увлечений своих грязные, да, вот это. Встал, 15 минут грязно помолился и обратно в эту лужу лег. Ну, что хотеть тогда? Мне не помогает. Я читаю, читаю, мне не помогает. Предоперационная подготовка, послеоперационные мероприятия. Также и к исповеди, причастию нужно готовиться и после причастия пытаться что-то сохранить. А не все только, Господи, дай и сам все делай. По щучьему велению, по моему хотению. Лукаво так. Мы очень в нашем болезненном состоянии мы порой с Господом ведем себя очень лукаво. От лукавого. Труд молитвенный таким образом должен быть сопровождаем подвигом самопринуждения и напряжения. Вот что должно быть. Это хорошо, чтобы оно было. А порой вот это самопринуждение, напряжение, мы себе в самооправдание, ну, коротко помолюсь, Господи, помилуй. Все, спать пошел. Самопринуждение, напряжение себя на то, о чем просим, потому что здесь, в порядках духовной жизни, прошение и искание собственное следует одно за другим, друг друга принимательно. Если же кто в молитве будет молиться Богу о какой-либо добродетели, а сам между тем предается нерадению, никаких настижаний сей добродетели определенных средств не приемля и никаких для того дел не делая и подвигов не подъемля, то поистине такой паче искушает Бога, а не молится. Ну, ты помолишься, там, Господи, помоги мне быть смиренным. И ничего не делаешь. Или хуже еще, если Господь по молитве твоей, в принципе, сразу же, не сразу же, ну, но посылает тебе поводы для смирения. Да что ж такое опять? То одно, то другое. Ну ты же молился о смирении. А как тебя лечить? Как тебя смирять? Чем-то таким, что тебе нравится? Как, посмиряй меня, Господи, чем-нибудь таким вот ласкосердечным, для меня приятным, чтобы вот так вот смирялось мне благодатно как-то так вот, так вот. Как я себя люблю, как я хочу. Ну паскудство же. Действительно какое-то лукавство. Паскудное такое, мерзостное лукавство перед Богом. Он на кресте висит, истекая кровью, не согрешив ничем и безгрешен. А ты вот выеживаешься перед ним. Сделай мне так, как я хочу. Такое-то какое-то розовое православие. Розовое христианство, а не православие. Православие, оно с Голгофой и с Пасхой. И то, и другое должно быть. Такой паче искушает Бога, а не молится. Почему божественный Иаков и сказал, что много бы может молитва праведного поспешествуема? С поспешествованием здесь бывает и то, когда кто, прося праведного помолиться о чем для себя, и сам о том молится. И то, когда кто, молясь о чем Богу, и сам всеусердно делает все потребное для стяжания просимого, как разумеет святой Максим. Пятый пункт этой главы. В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре действия, о которых пишет святой Василий Великий. Сначала восславословь Бога, потом возблагодари Его за благодеяния тебе явленные. Ведь эти благодеяния тебе явленные могут быть тебе очень неприятны порой. Благо, оно ведь, Божье благо, оно ведь какое? Заповеди блаженства надо вспомнить. Там и изгнание, там и плач, там и нищета духа, там и милость. Божие благо. Благодеяние тебе явленное, болезнь, например. Явлено тебе такое благодеяние. Возблагодари Бога
Да будет воля Твоя, Господи. Старение. Благодеяние Божие. Хорошо же, что стареем. Что-то мне сейчас запротивилось такое. Какой-то чувственный помысел пришел. Слава Богу, что стареем помогает вспоминать о том полезном, что нам дадено для спасения, о смерти. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вас славословь, вас благодари. Далее исповедуй ему свои грехи. Свои грехи. Важное замечание. Свои грехи исповедуй, а не окружающих и всех подряд. И преступления заповеди его. И, наконец, уже после всего этого, если это все еще предыдущее ты искренне, трезво совершил, после этого и спрашивай у него потребного тебе. Наипаче в деле спасения твоего. Вот потребного в деле спасения. А то ведь можем просить как бы потребного того, что хочется. Или кажется спасителем тоже. Ведь нетрезвое. Мы ж в нетрезвом состоянии можем молиться. Просим в болезненном. Так вот молимся. И тут опять же помогает что? Да будет воля Твоя, Господи. Не знаю какая, но какая бы ни была, да будет воля Твоя. Потребного в деле спасения Твоего. Последуя сему, можешь Ты примерно так молиться. Вот здесь примерная молитва. Она читала, она как бы мне в принципе не знакома. Ее нету в утренних вечерних правилах. Но в них есть в принципе все, что и в этой молитве перечисляется. Господи Боже мой, хвалю и песнословлю неизреченную славу Твою и Твое безмерное величие. То есть восславляем нас сначала. Благодарю Тебя, что по единой благости Твоей, дав мне бытие и сподобив меня быть причастником спасительных благ воплощенного домостроительства Твоего, неоднократно избавлял Ты меня, неведомо даже для меня самого, от угрожавших мне бед и от руки невидимых враг моих. Не стоит забывать, что врагов невидимых у нас вокруг вполне хватает. И мы порой вместе с ними приходим на молитву, и посылаемые ими чувства и мысли возносим к Богу, как будто нужные нам для спасения нашего. Ты только и помогаешь, что да будет воля Твоя. Даже если я уверен на 200-300%, что прошу нужного и хорошего для себя, для всех вокруг, я могу ошибаться. Хорошего по-мирски, может быть, прошу. По самомнению своему. По человеколюбию, но не по смирению и не по богоугодию. Исповедуюсь Тебе, что неисчетное число раз попирал я совесть свою. Вот уже пошло исповедание своих, моих грехов. Попирал я совесть свою. То есть Господь мне через голос свой Божий в душе, в сердце, через совесть говорит что-то. Ну, слушай, и мы это чувствуем. И попираем. Голос Божий. Попирал я совесть свою и бесстрашно нарушал святые заповеди Твоя. Бесстрашно нарушал святые заповеди Твоя. Являясь неблагодарным к стольким и таликим благодеяниям Твоим. Слепцы, нетрезвые слепцы. Но Боже мой многомилостивый, да не победит благости Твоей сия неблагодарность моя. Презри грехи мои и непотребство. Вот прошение идет, да, о чем? О чем-то спасительном для меня. Возри же на слезы сокрушения моего, и по множеству щедрот Твоих помоги мне и ныне,
подай благопотребное для спасения моего, для спасения моего, и жизнь мою всю направи на благоугождение Тебе, да и славится и мною недостойным всесвятое имя Твое». Ну, сочетание сокрушения, памяти смертной, осознание греховности своей, с доверием Богу, чаянием воскресения мертвых, тем, что любит Он нас и делает все нужное для нашего спасения. При всем последнем слове можешь ты исчислять поименно все настоящие твои потребности духовные, душевные и телесные. Если в это время упражняешься в какой-либо добродетели, упражняешься, если, а то есть можно просить добродетели и не упражняться, да, как говорится, то помяни и ее, и молись, да поможет тебе Бог преуспеть в ней в совершенстве. Если бываешь возмущаем движениями какой-либо страсти, молись о помощи не поддаться ей и прогнать ее, о помощи Божией. Вот не самостоятельно избавляешься от страсти, того же самого винопития, табакокурения, злословия, сквернословия, всего подряд. «Господи, Ты мне помоги!» Если познал немощь свою, то так и будешь говорить. Если же терпишь какую напрасленную или обиду, или какой ни есть ущерб и беду, не забывай поблагодарить за то Бога, а не возмущаться. Больше бывает возмущение. «Ну что же это опять такое со мной? Ну что же это опять? Господи, помоги!» А вот по-другому подойти к этому. «Слава Тебе, Боже, слава Тебе!» «Ну да, мне это не нравится. Не могу я это терпеть. Прости. Ты терпел на кресте, а я не могу. Прости, помоги». Вот вроде бы тоже попросил, но совсем с другой стороны как бы подошел к этому вопросу. «Потому что и это, бывая по воле Божией, всегда благой посещает тебя во благо тебе. Да будет воля твоя, Господи». Аминь.